Дежурный диспетчер, всем доброе утро. Мадам, вы не смотрели эту квартиру со мной, а значит, не видели самого главного. Дэнни, у него 23 сантиметра. Вы нас простите, ради бога. Меня жена оставила одного. Хочу себе эту маму. Что такое говоришь, Кирилл? Так не бывает. Почему? Да, действительно, почему? Гоша, он всегда врет. Опять носишься? Завтра мать в школу. А у вашего все плохо с литературой. Мать Федорова приходила в школу на прошлой неделе. Два раза. Аркадий активно борется за успеваемость. Поэтому я выбираю ванизм, брат. Никакого предательства, никакой лжи. А Ярик разочарован в женщинах. Они приглашены участвовать в секс-турнире. Победитель получит $500,000. Я проститутка, ты не привлекательный. Чё зря время терять? За то, что соблазнит. Хочешь меня? А? Женщину крепость. Прости, но на первом свидании я не целуюсь. Я тебя умоляю, пожалуйста, только не влюбляйся до первого секса. Может, у него писем маленький. Жену олигарха. У тебя такой вяленький. Она настолько тупая, что у нее просто не стоит. Бабушку. Слушай, всегда мечтала спросить об этом у гея. Что? Как правильно, ну... Что творят мужчины во всех кинотеатрах с 28 февраля? Я вам... Опа, опа, опа. Всем еще раз привет, друзья, в эфире SLTV Star Series. Напомню, что с вами в студии SLTV, как всегда, слэм, как всегда, готов, как всегда, рад для вас комментировать сегодня. И у нас с вами интересный матч Русетта против команды DATTEAM. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут уже 1-0, и тут уже 1-0. Я вообще попросил судью, чтобы он дождался моего клика фирменного гоу, чтобы мы начали вовремя. Ну, не то чтобы начали вовремя, да, чтобы все было четко на трансляции, как обычно, да, но чуваки решили начать... Ну, игроки у нас в СНГ нетерпеливые, как бы, да, не ставят они вообще ни во что, как бы, да, то, что здесь комментатор. Просто там лох какой-то сидит, старается для людей, и все, и остальное не волнует, давай рестарты. Мы хотим играть. Ну, вот, когда опаздывают, тогда до этого не доходит. Ну, к сожалению, да, я сейчас быстренько делаю один небольшой фикс, ребятки, потому что без худа смотреть эту игру я не хочу. Если честно, ну, признаться откровенно, да, то я бы даже, наверное, не стал эту игру смотреть за $1,000,000, просто работа такая. Ну, в этом матче мы, наверное, сейчас с вами увидим то, что DATTEAM с Бестом могут обыграть команду Russian Roulette, они же Русетта, друзья, в худе уже видно. В принципе, за ними первый пистолетный раунд, я сейчас жду ваших отзывов, ваших комментариев на Twitch TV по поводу звука, по поводу синхрона звука, естественно. Сегодня я буду один, Юру мы освободили на сегодня от обязанностей комментатора, и сегодня прокомментирую для вас я, это ввиду того, что следующие несколько дней я буду отсутствовать. По поводу отсутствия, да, так как тут, ну, на самом деле, тут такой расклад, что пытаются, как я смотрю, Русетта пытались играть девайсные с баем на АК, либо на фармганах, судя по тому, что Юнсома остался фармган с датами, и рискнули, ни хреново рискнули, отдали Галил, отдали Бизон, и сейчас, короче, вот у Юнсома будет шанс Карвалол.
Ой-ой-ой, Ипсу, он просто должен был поражать их. Он должен был их поражать, как метастазы ракового больного, но только на одного хватило маны. У нас мигалка C4 находится почему-то вообще на КТ-датчике. Я не знаю почему, но факт в том, что она там находится, это вообще говорит о многом. Но это как бы не мой худ, да, это худ, который мы позаимствовали у ES Planet, которого больше не существует, как я понял. Непонятно почему, вчера говорил с Нилом Топом, как бы он хотел на английском языке освещать SLTV Star Series, и... В общем, он мне как рассказал, что типа сейчас у них не будет работы, в их бренд ESP этого никто больше вкладывать не будет, и я ему предложил, давайте делайте то, что делаете, можете комментировать Star Ladder, там сколько хотите на английском. Также, друзья, сейчас Рахим, вот Рахим скоро подключится, вот для англоязычных бродкастеров могу сказать, что Рахим подключится, для англоязычных зрителей, которые на русском ни хрена не понимают, да? Ну, в общем, те, кто любил Рахима слушать, да, я могу сказать, что в CSGO этот парень вернется, ребят, сейчас у него болеет дочка, здоровья дочке желаем сразу, естественно, ну и как можно быстрее, чтобы все там остались здоровы и все такое, чтобы он как можно быстрее начал комментировать, потому что там английская публика, англоговорящая, скучает и постоянно засирает слама в Твиттере за то, что он гребаный русский и на английском не комментирует. Ну, ладно. Вернемся, 2-1 здесь в пользу Dot Team, уже есть АВП у World Edit, и он готов, он тут еще влюблен в кровавую эльфу. Не, ну я говорю в кровавую эльфу, потому что я знаю, что там есть такая подруга, которая как бы, да, у нее ник Блуди Эльф, да. Но если бы, например, я не знал, да, то, что есть такая подруга, я бы подумал, что World Edit слегка того. Ну, то есть, нетрадиционной сексуальной ориентации и все такое, да, но вроде бы все окей. Такс, Куч. Ну, дядя Митя принял World Edit 2 АВП. Ой-ой-ой, да, ты, это вообще интересно. Рэйп Кинг, вот. Рэйп Кинг, это здорово. Это здорово, это круто, но почему не свой ник, непонятно. Ладненько, Эдик сегодня есть. Эдик вчера, кстати, вроде бы как Эдик вчера забирал машину, поэтому... как забирал машину? Он куда-то ее отвозил или подвозил, или куда-то по делам ездил на машине. Ну, короче, он все это решил делать в 5 вечера по московскому времени. Ну, в общем, москвичи меня поняли, в 5 вечера по московскому времени на машине, это уже вердикт. Ну и вернемся, здесь 3-1. Вообще, в первой половине должно быть час изнасилования команды Dot Team коллектива Русетта. Они же Russian рулят, ну, у них так Русетта, естественно, даже, вот, да, даже в худе прописан, как бы, и в табах прописано. Молодцы ребята, выставили себе команду. У нас он в худе неправильно прописан, без одной буквы N, ну, без одной буквы S, сори, но мы об этом не будем, наверное, париться, и давайте смотреть, что они сейчас делают на P250 Глока раунде. Минус от Хали, от D, нормальный синхровыход с Яма. Несмотря на эко, есть шансы сейчас на бомбу, очень-очень неплохие, и есть шансы, естественно, на какой-то агропуш, но 4 в 3. Смотрим на биста, бист, Митя, и бист давит. Ну вот, казах, пинг 150, пинг 150, и я казах, да, и ничем мне не мешает. Ну вот, Дип мешал, как видим, разобрался он, в принципе, здесь с Делпаном, 100 хп у него есть в запасе, у Хуча остается 28, это, конечно, неприятный расклад для Мити, но у него есть АВП, и АВП может ему позволить зига контрить практически... Все, что он захочет. Сейчас Митя пытается угадать. Сейчас он пытается сыграть наугад. Он понимает, что ему нельзя здесь тратить время. Как бы, да, лучше занять какой-то плент конкретный с позиции реально перспективной, чтобы взять раунд. Но бомба, как видим, ставится на А-пленте. И Дини попытался схитрить. В принципе, скорее всего, он просто знал, что Митя будет думать именно вот по-умному. Но, как видим, заканчивается это все тем, что Митя просто без шансов вот в такой вот позе оставляет этого парня. Краснеть перед болельщиками. Ну и составы, друзья, на ваших экранах. Не стесняемся. Знакомимся. Это герои, на самом-то деле, нашего CS на данный момент русскоязычного. Русского, вообще русского Counter-Strike. И тут без сарказма, без всего просто. Я очень рад, на самом деле, что есть команды в России, которые начинают играть. Конечно, да. Вот из интервью Хуча понятно то, что... Мотивация, конечно, там, да, повыигрывать, поиграть есть, но 26 лет. Вот когда тебе 26, как бы, да, ты уже думаешь о других вещах, действительно. То есть вот 18, это вот как сейчас скрим, да. Вот скрим пойдет далеко, скрим будет очень, например, там, да, вот этот бельгийц, который играет за Very Games, он будет очень известным, это будет, наверное, чуть ли не топ-1 игрок в мире. Ну, один из лучших аймеров точно, то есть он будет на равных, вот несмотря на то, что даже он там сурсер и все такое, да. Уже точно можно сказать, что он выступает на равных с такими грандами, как Forest, Neo, как Zist. Ну, как Гидрайт я сомневаюсь, просто Гидрайт вообще с другой планеты, судя по тому, что он вытворяет в игре.
Этот чувак просто, ну, он нереален, да? Мы его не берем, то есть он инопланетянин. Он просто боится в этом признаться, я думаю, да, поэтому и живет в Швеции. Там у них законы гибкие, признаваться ни в чем не стоит, да, коммунизм отсутствует и все такое. Хотя он везде практически отсутствует, но все же, вы поняли, как бы, да, то, что это шутка юмора от слэма, да, и как всегда на дно. Ну а здесь 4-1, 2-3 выбивания Б-планта, мы видели сейчас медленный выход Русета на Б. На самом деле в этом матче, ребят, мы не увидим каких-то нормальных действий из раскидов, наверное. Вот сразу скажу, что вот Юра Страйк сидел несколько дней, изучал прокидки на Мираже. Соответственно, да, мы работаем с ним вместе в студии, и я, естественно, за этим за всем наблюдаю, что-то мы практикуем вместе. Привет, привет, Хев. Вот я тебя сейчас сразу заблокирую публично, потому что, ну, я же просил, вот, ну, не надо, ребят. Я понимаю, вы хотите добавиться, я понимаю, что вы зла не желаете, все такое, да, но когда вы добавляетесь, как бы у меня все лагает. Вот я не знаю, что со Стимом, но пока он так работает. Надо, наверное, от бета от этой отключиться и пользоваться стабильной версией. Здесь 4-2, дроп Авика пошел. Сейчас Мити и расклад тоже так. Так, 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 так. Это World Edit и пуш, пуш, пуш играет. Да, Тим, сейчас давайте смотреть World Edit. Ой, словил бледную флешку. Ну да, неприятно ловить бледную флешку, когда ты больше любишь кровавых эльфов. Ну, такое, такое. Смотрим на Инсома. Сейчас Инсом должен здесь показать свои стальные Инсомы. И если он их покажет, все будет хорошо. Но я сомневаюсь, потому что здесь есть бист. Бист должен принимать. Хотя расклад в том, что здесь... Ну да, А будет в любом случае выбиваться. Тут, скорее всего, биста отдадут. Но вот после дыма что-то почему-то сразу World Elite дернули. Мит отдали, Хали стягивается с Б. Смотрим, да, и сплит выход. Без шансов для биста, пистолет. World Elite. И вот Русета, то, что взяли 4-2, конечно, молодцы. Здесь без, как бы, ну, не дали они здесь дефенсу сыграть на максимум, да, на девайсах. И на 3 в 3 разменялись. Ну вот выбивание, казалось бы, могло не произойти, но позволили. Ну вот Хали совершил ошибку. Митя моменталка, ага, ну да, и World Elite сразу эта флешка залетела. Красава, но несмотря на это справляются за счет World Elite с сложной ситуацией. В ассисте Эдик World Elite, как видим, который дал в принципе весь основной демейдж, 40 хп плюс инфа. Вообще 40 хп плюс инфа — это самый-самый удачный расклад, который может произойти. И 5-2. 5-2 для Датим, начало сверхвеликолепное у этих ребят, как бы, но Русет, как бы, насколько мы все прекрасно знаем, да, они не играли, кроме Миража, ничего. Только один раз с Непами сыграли DAS-2, взяли там один раунд и довольные, короче, отправились изучать, наверное, эту демку и смотреть за своими ошибками, хотя, я думаю, здесь не в ошибках дело, а в уровне. Ну, кто же знал? Кто же знал, да, что... Такая команда. Ну, в любом случае, у этих парней шанс. У этих парней шанс играть с лучшими командами, да, в мире на данный момент. В Европе точно. Просто в мире нельзя говорить, потому что есть еще ESEA лига, к которой я отношусь очень уважительно, потому что, то есть, они работают над развитием CSGO в США. И там действительно есть свои уже звезды, свои гранды, свои имена. Конечно, да, у CSGO следует признать, что без фри-ту-плея это провал, но... Все же, будем надеяться на фри-ту-плей. Ди, не дернул на реакцию. Ой, сейчас будет доминейшн анал. Тотал World Edit врубается в расклад. И шпилит по первому. Залезает на забор. Ай да, я Тарзан. И второй от него скрывается. Что ты будешь делать? Попытка убить в голову, но голова ушла за ящик. И, ну вот, помог Рейп Кинг. Ему надо было ник написать не Рейп Кинг, а Пикап Кинг. Типа, играю в CSGO, пикаплю и вообще все хорошо. Да, панда? Панда? Чё? А, панда меня только что послал. У панды сегодня, кстати, очень модная прическа. Вот, и он сейчас занимается тем, что про серия вообще в восторге от панды. Не, на самом деле, вот те, кто не следит за про серию, я скажу очень-очень даже зря. Вам бы за ней стоило следить и качать, и просить даже, не знаю, выпрашивать демки, как бы, именно с про серии, потому что там... Вот именно, скажем так, да, медиум левел сейчас развивается, то есть там будут играть все региональные команды, я уверен, со следующего сезона большинство туда захочет попасть. Я знаю точно, что там половина европейских команд поняла, что там мне вот писали несколько команд, и все просили, типа, а можно будет там стар попасть, там халявка, все такое, да, но я их всех отправил, короче, к панде в про-серию, поэтому у панды в следующем сезоне будет не так... У панды в следующем сезоне будет ультра-про-стар-серия, как бы, да. В то время, когда мы будем наблюдать за Нави. Да нет, друзья, стримы с про-серии будут, обязательно не переживайте. Это, как бы, основная из обязанностей моих, да. И я очень сильно хочу финальную часть про-серии посмотреть, потому что там есть наши русские ребята из ЕЛТЗ, которые приезжали вот еще играть в 1.6 на Asus. Ну,
может быть, там в каком-то моменте там, да, вот демотивация на них сказалась, там то, что вот забыли про 1.6 люди, да, перестали играть, Go стал соревновательной дисциплиной. Но сейчас там, например, эти парни играют в Go, не парятся, да, там у нас есть топ-1 Португалии, там у нас есть топ-1 Македонии, у нас есть топ-1 Италии, друзья, и там эти парни точно прорвутся куда-то в стар-серию, но именно финальная часть, она будет решающей, мы ее будем смотреть, но это уже все будет под конец марта или даже в апреле. А пока что приема Dot Team достаточно спонтанные, спокойные. Они тут шансов не оставили на выход никому. Вот в такой вот позе оставили кого-то разваливаться. Здесь уже 8-2. Ну, вы сами видите, да, я в начале матча сказал, что в этой встрече не будет как бы каких-то неожиданностей, не будет какой-то там сверхадекватной игры, и мы увидим, скорее всего, просто... Не, адекватная игра, она присутствует, да, но мы не увидим здесь там, да, какой-то борьбы от Русетта. Ну вот два раунда, да, это на все, что хватило маны. То есть первую пистолетку они взяли, их перевернули на эко, потом они взяли свой волевой бай. Но они удивили этим дат, но после этого как бы удивлять больше нечем. Нечем. Дядя Митя АВП, и на него играется... Да, там джамп-чек и... Ой-ой-ой, Митя вот неосторожно уходил, но... Ну да, он, в принципе, выход с подвала притормозил. Тут, как видим, у него Эдик играет в качестве суппорта. И Эдик хэдшот в хале, отлично. Ну и второй минус надо было делать, но Делник забрал. Есть такая Митя, и это ошибка от Мити. Минус 2 от Русета на халяву уходят в медле. Яма не отдается, слава богу. И ура, сыграл Бисна. Вот если бы не сыграл, то все. Рейп Кинг бы там начал... Ну, началась бы просто быстрая стяжка, скорее всего, если бы звено под Б не палилось. 9-2. Но это, кстати... Расклад в одну секунду и все такое. Я читаю чат на Твиче, ребята, все ваши приветы я передам обязательно сегодня в эфире всем, кому вы хотите. Это уникальная акция. Всю информацию по сегодняшним матчам и играм смотрите на CSGO Star Ladder TV/News 2693. Да, на CSGO Star Ladder TV, друзья, Покрышкин для вас трудится, а вы даже в комментариях не благодарите этого пацана. Если бы вы знали, сколько там этот чувак делает для вас, да, как он там гоняет команды Star серии, как он там не пам говорит то, что ну вот у вас есть яйца, у меня тоже, да, но вы должны сегодня сыграть этот матч. Вот, серьезно, если бы не команда, ребят, у нас не было бы задержек, мы посмотрели бы все и сразу, но у нас, да, гибкие правила, но я считаю, что менять их, конечно, стоит, да, но только относительно трансляции. То есть, если есть трансляция на матче запланированная, то команды должны явиться. Пока Бис принимает одно из звеньев на пленте, но атака все равно прорвалась. Делник вторым выходящим открывается очень успешно на А и мог сейчас сыграть на минус 2, дал демейджа. Хукс-люкс разменял, подхватил минус мид, минус Эдик на миде, и осталось у нас только, как видим, с Делпана связочка рабочая, но на преимуществе, и, конечно же, за ними этот раунд останется. 10-2, друзья, в пользу Dot Team. Еще прочитал кучу агрессивных комментариев в сторону как бы там Старладера. То, что вы переносите матч, и то, что не было пару дней назад HLTV. Я объяснил ситуацию, как бы, да, я попросил Петра Малиновиковича или что-то вроде этого. Я извиняюсь на фамилию, я его точно правильно выговорить не могу. Вот это было сейчас от Мити. Ну, это вот от Мити, знаете, такое послание. Я хочу 13-2. Вот по-другому быть не может. Ну, посмотрим, чем закончится. Пока что 10-2, Митя дал один open фраг. Так, аркада от Эдика неудачно. Мид снова забирает атака, но есть еще World Edit, который сейчас, пока он любит Блуди Эльфа, он может сейчас выйти и на скилле кровавой эльфийки раздать. Но нет, нет. Ну да, вот это стяжка. Нет, тут смешно не то, что стяжка там красивая, четкая, да, там грамотная. Да, стяжка на самом деле отстой здесь у Русета, да. Просто я не понимаю, что непонятного Dot Team, то, что их один развел. Не, просто вот у Биста посмотрите пинг 132, и я, ну, думаю, что это очень-очень... Да. Не, я не скажу, что этот чувак плохо играет, все такое, просто пинг 132, он может там попадать в голову, уничтожать, да, но вот именно с этим пингом это тяжело. Ну, он здесь дожидается просто для контакта, как бы, да, его сразу разменивают на подхвате Делник, и 2 в 3 ситуация, Делник на бомбе, и она будет ставиться. Хали задача, вот Хали задача отрезать сразу была, но он не убил первого, и в итоге Делник, ой-ой-ой, Русетте, ну надо было сыграть Хали, почему ты не сыграл, Сережа? Сережа, хватит бухать по своей Москве, гребаной, и на машине кататься по пробкам. Давай убивать уже. 11-2, да ты им впереди. Не, я уверен, если дать команде, например, типа там Центр Гоу, да? То есть вот Центр Гоу, если бы там играл какой-нибудь год, который бы вернулся. Я, ну, не знаю там кто вот с Новгорода, наверное, там с Новгорода, Кирова, да, эти ребята должны помнить года, знать года, да?
год вообще бог, вот он реально, он жесткий кейсер очень, да. Я бы туда еще запихал пару своих товарищей, типа Жоры, там, не знаю, Левы Микса и... какого-нибудь сразу Толкана, Толкана туда запихать. Вот я думаю, там региональные команды, там с Новгорода должны помнить Толкана. Я знаю, вы его не любите, но это потому, что Толкан вас просто в Толкан. И, в общем-то, дать таким парням шанс на Старсерии, они бы в интернете, я думаю, если бы потренировались, то вот так бы выстрелили. Не, я просто считаю, что команда Russian Roulette расслаблена. Нужно реально, ну вот для Старсерии нужно играть каждый день. Но тут даже не в том дело, дело не в расслабленности. Опять-таки, я в защиту их даже вот скажу, что обычно я всегда не делаю, но я скажу, как есть, да. Просто у всех свои дела. У всех свои дела, у кого-то учеба, у кого-то подруга, у кого-то жена, у кого-то работа. И вот в связи с этим никто не может тренироваться много. То есть, когда вы хотите, там, не знаю, играть реально профессионально, если вам там 18-19, дерзайте, ребята, у вас там есть еще там 2-1 год, да, который вы можете нормально отыграть, тренируясь там по 10-12 часов, там, неважно, да? То есть, ну, реально, чтобы это было много и с пользой. Вот самое главное с пользой. И много. Самое главное много. А тут пока что вот Ди пытается потащить. Оп, вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот я думал, сейчас в прыжке без ста задавит, тот тогда вообще казахстанский интернет перевернет. Но нет. Ну, 12-2, в общем, половина говорит сама за себя. Как бы счет говорит мне сам за себя, и Русетты здесь не выстрелили. Ну, может, во второй половине возьмут там хотя бы 7. Хотя бы 7 взять нормально. Вообще, три последние команды, Star Series или 4, попадают в стыковые матчи с Pro Series, друзья. Но в следующем сезоне с процентов, наверное, 90, то, что мы проведем отборочные в Star Series, и стыки будут играть другие команды. Но, может быть, и с этими командами, но все равно, считаю, вот в Star Series нужна отборочная. Как бы там есть... Lemon Dogs, есть GU, есть Entity из Pro серии. Они уже вылетели? Не, ну это понятно, что отборочная это и есть Pro серия, но я просто про то, что есть, например, еще вот, например, Lemon Dogs есть, Anexis есть, да, которые... FM Toxic есть, которых мы забанили, кикнули, и они об этом очень сильно сожалеют и боятся за свои пуканы. И очень сильно хотят попасть к нам снова, но им нужно просто... Ну, кики, да. Вот и респект вообще команде с Португалии, команде с Македонии, в отличие от всех остальных команд, они не стали ничего мошнить, что-то выпрашивать. Они просто взяли и надрали жопу всем в квалификации к Pro-серии, а сейчас продолжают разрывать пуканы всем оставшимся ребяткам. Так, ипподром, друзья, так, так, читаю чат на Twitch TV, друзья, там веселые смайлики, и что там, слэм, чем отличается Star-серия от Pro-серии? Ну, в Pro-серии команды... левелом послабже, а в Star серии играет only топ, и задача вообще собрать весь топ. Просто если бы время было немножко искаженное и шло бы медленнее, да, то в этом бы сезоне Star Ladder не было бы таких, знаете, пофигистических отношений, не было бы таких переносов и всего прочего. То есть. Вот посмотрите, World Edit. Молодой, красивый, тёлка есть, все хорошо, но 20-9. А вот дядя Митя. 26, уже кости хрустят, и 15-2, 4 MVP. Да, соперник не ахти, да, для него, но расклад в том, что он это сделал. Он это сделал и сыграл, я считаю, что, ну, не лучше World Edit по скору общему, но, по-моему, Митя красавчик. Вот это один из, наверное, олдовых игроков из России, за которым стоит смотреть. Просто в свое время я так же, как и вы, там, да, вот мне было, наверное, лет там 17, да, я уже там смотрел за Хучом. Как они там на Асусе драли всех и драли, драли, драли. Ладно, 13-2, друзья, Dot Team, вторая половина. И первый пистолетный раунд для них, наверное, будет очень-очень простой. Вы уж простите, пожалуйста, за то, что я тут не глагольствую, а помню, какая стратегия, какая тактика, потому что здесь все банально просто. Я буду просто показывать карту и сосредоточусь, наверное, на матчах, которые будут в Virtus Pro сегодня. Там мы должны увидеть действительно какие-то расклады. Также я сегодня собираюсь позвонить Красю. Он об этом еще не знает, я с ним не договаривался, но если он не возьмет трубку, мы ему на стенке ВКонтакте напишем то, что он... В общем, я ему напишу, вы просто лайкните. Вот. Ну и у нас еще сегодня играет NIP, и я бы хотел их разобрать игру. Ну и также, буквально, друзья, вот сегодня, вчера, вот в течение нескольких дней у нас тут покрышки вместе с Юрой разбирали флешки, я за этим за всем наблюдал. Разобрали кучу просто флешек на Мираже, кучу флешек на Дудасте втором, и сейчас мы пытаемся создать пак видео, который будет вам очень-очень полезен. То есть мы не будем рассказывать про каждую флешку. Здесь, кстати, 4 в 1, поэтому я даже вот не понял, кто где сдох, но тема в том, что сдохли на GoTV. Так, GoTV нет. А, не, есть. Один чувак смотрит на GoTV сейчас весь этот расклад. 14-2 в пользу Dot Team. Ну и это, в общем-то, лебединая песня команды Русетта. Эх.
Но если состав у Русетты не развалится и Делмик не уйдет куда-нибудь, потому что там играют лучше парни и не будут ребята работать над командой. Вообще, молодым командам, которые собираются, нужен реально тренер. Если вот у вас собралась команда из 5 человек, вы живете в каком-нибудь там сраном Ярославле, да, на который всем плевать на планете, но у вас там есть, скажем так, свои личности, которые играли там в командах по 1.6, то просто вы общайтесь с этими ребятами и зовите их не играть в команду, а зовите их реально работать над тимплеем. Может что-то и получится. Просто, друзья, действительно, нас ожидает в России бум CSGO. Нас ожидает в России бум CSGO, нас ожидает в Украине бум CSGO. Просто это всего лишь вопрос времени. Это точно случится, и всем эта игра понравится, потому что действительно из нее Valve делают очень хорошую вкусную конфетку. Они бы не старались и там не ездили по чемпионатам, чтобы допросить 2-3 человек конкретно о том, что их не устраивает, да. И вот... Собирайтесь, играйте, тренируйтесь. А тем командам, которые играли в 1.6, у вас, по-моему, перспектив больше, чем у сурсеров. Если у вас там нормальный тимплей, вы хотя бы там, не знаю, в топ-5 своего региона или города попадали. 15-2. 15-2 за Dot Team, Русетта, как обычно. Ну, знаете, это такая игра на завтрак. Вот если бы эти матчи проходили с утра, я бы сказал, что это матч на завтрак для комментатора. Да, Панда? Приятного, кстати. Панда, оставь мне кусочек. Почему? Панда зажал жирному слэму кусочек пиццы. Я думаю, сожрать его пиццу прямо сейчас пойти или сожрать панду сразу всего. Тогда я выпью твою колу, окей. Смотрим дальше. За матчем мы Русетты берут в руки ФАМАСа, естественно, на последнем раунде. Там ФАМАСа и прочее, непонятное. В общем, на что денег хватило и в чем матер дела побежали. Хукс-люкс. Хукс-люкс, вот это ник просто. Вот если бы он свой ник сделал как не Хукс Флюк, а, знаете, Хук. Хук или там S-кик или там еще что-то вроде этого, то было бы круто. Но при любом раскладе, ребят, мы все прекрасно знаем, что сейчас все закончится. Но здесь практически 16-2, и команда Русетта сыграла на один раунд лучше, чем против команды NIP на карте DDoS 2. У нас уже Terrorist Win и Biz дает заключительную жирную точку в этом раунде, берет своей команде этот матч и все такое. Кстати, команда DAT... по поводу их результатов, да, если эти парни там, да, будут на грани выпада из стар-серии, вот я готов встать за Убика перед руководством и сказать, что вы эту команду оставите просто потому, что я верю в то, что эти, ну вот Убик, он должен, хоть и сурсер, хоть и все такое, но он просто это должен сделать и собрать реально рабочий состав. Просто надо играть постоянно. Желаю, да, там найти спонсора, у Russian рулит вроде все в порядке, но в любом случае... Команды сыграли, спасибо им за это, спасибо, что они велись навстречу вовремя, слава богу, это, наверное, первый раз за последние 2 недели, когда я не думаю о том, что я буду сегодня комментировать, а потом мне скажут, что вот ты пришел на работу, все, иди отсюда, ты Вася. Ну и составы команд, глупо звучит, которые были, Dot Team, конечно же, Ubik, World Edit, Huchadik, Beast, Russian, Rulet, Halley, Deepy, Pson, Hooks, Luke, and Som. Спасибо всем за просмотр этого матча, мы с вами увидимся на следующей встрече сегодняшнего дня. И это будет, если ничего не поменялось, ничегошеньки, мы должны увидеть сегодня с вами встречу Virtus.pro, ребят, Virtus.pro, которая попытает счастье с украинской командой Fate, которая действительно теперь украинская, теперь там есть бонники, я надеюсь, Fate зайдут на сервер вовремя, надеюсь, что ВП не будут машнить на ЯК и все окажется достаточно простым, я буду верить в это просто до последнего момента. И я вернусь к вам через несколько минут. Еще раз извиняюсь за то, что у нас очень долгая реклама в эфирах, но мне ее обещал наш ультрамонтажник пофиксить. Вообще, реклама должна быть примерно где-то минута и две, ну там полторы минуты рекламы фильмов. Кстати, мы рекламируем фильмы, если вы заметили, мы это делаем специально для вас, потому что вы по статистике такая прогрессивная молодежь, которая любит кинематограф, ну и мы неплохие фильмы рекламируем, поэтому если хотите, сходите, посмотрите. Кстати, посмотрел «Метро», правда, на украинском языке, ну как на украинском, на русском, но там, в общем, долго рассказывать. Но мне понравилось, и я рад, что кинематограф растет, как и... Киберспортивный CSGO, друзья. Всем спасибо за внимание. Следующая встреча Virtus.pro Fate. Увидимся на ней.
Дежурный диспетчер, всем доброе утро. Мадам, вы не смотрели эту квартиру со мной, а значит, не видели самого главного. Дэнни, у него 23 сантиметра. Вы нас простите, ради бога. Меня жена оставила одного. Хочу себе эту маму. Что такое говоришь, Кирилл? Так не бывает. Почему? Да, действительно, почему? Гоша, он всегда врет. Опять носишься? Завтра мать в школу. А у вашего все плохо с литературой. Мать Федорова приходила в школу на прошлой неделе. Два раза. Аркадий активно борется за успеваемость. Поэтому я выбираю ванизм, брат. Никакого предательства, никакой лжи. А Ярик разочарован в женщинах. Они приглашены участвовать в секс-турнире. Победитель получит $500 000. Я проститутка, ты не привлекательный. Чё зря время-то терять? За то, что соблазнит. Хочешь меня? А? Женщину-крепость. Прости, но на первом свидании я не целуюсь. Я тебя умоляю, пожалуйста, только не влюбляйся до первого секса. Может, у него писем маленький. Хоть бы не маленький. Жену олигарха. У тебя такой вяленький. Она настолько тупая, что у меня просто не стоит. Бабушку. Слушай, всегда мечтала спросить об этом у Гея. Что? Как правильно, ну... Что творят мужчины во всех кинотеатрах с 28 февраля?